Видео подготовлено онлайн-гдз.нет, задание номер 852. Выясните, проходит ли график линейной функции y равно 3,2х минус 5 через точку А. 3 и 4, точка, задание А, точка А с координатами 3 и 4,6. Если график функции проходит через точку, это значит, что значения ее координат должны удовлетворять и превращать уравнение в правильное равенство. То есть 3,2 умноженное на 3 минус 5 должно быть равно 4,6. Давайте проверим, так ли это. 3жды 2 на 3 это 9,6 минус 5. Действительно, это 4,6. Тогда мы можем сказать, что это верно. Эта точка действительно принадлежит графику функции. Задание B. У нас есть точка P с координатами 1 и 2, 0. Умножаем 3 и 2 на 1 и 2. Отнимаем 5. И что же мы с вами получаем? Давайте 3 и 2 и 1 и 2 перемножим в столбик. 2жды 2 – 4, 2жды 3 – 6, тут у нас 32. 4, 8, 3, после запятой отделяем два знака. 3, 84 равно 3, 84 минус 5, равно минус 1,26. И это у нас никак не равно нулю, поэтому неверно. Эта точка у нас не лежит на графике функции. Задание В. Точка С с координатами 7,5 и 4. 3, 2 умножить на 7,5 минус 5 должно быть равно 4. Да, ну. Снова перемножаем в столбик. 7 и 5. На 3 и 2. 2жды 5 – 10. 0 пишем, 1 запоминаем. 2жды 7 – 14. 15. Прибавили еще 1. 3жды 5 – это 15. 5 пишем, 1 запоминаем. И 22. 0. 0. 4. 2. Это у нас 24 минус 5. 24 минус 5, это у нас равно 19. 19 у нас не равно 4, поэтому неверно. Эта точка у нас тоже не лежит на графике функции y равно 3,2х минус 5. И задание g. 3 и 2 умножить на 2 и 2. Минус 5 должно быть равно 2,4. Снова перемножаем 3 и 2. Давайте вот тут внизу это сделаем. 3 и 2 на 2 и 2. 2жды 2 – 4. 2жды 3 – 6. 2жды 2 – 4. 2жды 3 – 6. 4. 0, 7. Два знака после запятой, это у нас 7,4. 7,4 минус 5 равно 2,4. Действительно, это у нас равно 2,4, поэтому верно. Точка D лежит у нас на графике функции. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. А если у вас есть вопросы, подписывайтесь на наш канал и социальные сети. Ссылки найдете в описаниях.